дым, камень в огне. 500 пушечных залпов стреляют в него. Ни един камень с места не сдвинут. Шах приказал: «Подвезите большие пушки, отвоюйте дорогие колья и перстни, обстреляйте большую крепостную башню, разрушьте крепость ханов до основания. Подвезите малые пушки, отвоюйте дорогие колья и зеркала, обстреляйте рыночную крепостную башню. Подвезите дальнобойные пушки, лежащие вдоль повозок. Обстреляйте крепость ханов. Привезите длинные пушки, давно заряженные пушкарями. Стреляйте в покои, где они молятся. Привезите пушки из Барзана, у которых жерло с миску. Обстреляйте ими башни хана. Привезите сюда пушки из Энзала, жерло у которых с котел. Обстреляйте ими крепостные башни».